Следственный комитет завершил проверку материалов об удалении пациенту желудка в Балахнинской больнице. 55-летний Сергей Прозоровский считает, что желудок удалили у него ошибочно. Его привезли в больницу с подозрением на кровотечение. Врачи заявили, что у него онкология и необходимо срочно желудок удалять. Желудок удалили, а потом выяснилось, что онкологии никакой и не было. Кровотечение, по мнению пациента, было вызвано действиями врача, проводившего зондирование. Молодой медик является сыном местного заведующего хирургическим отделением и заместителя главного врача больницы. Сам Сергей Прозоровский считает, что удаление желудка было мерой избыточной, а подозрения на рак – выдуманными. Врачи Балахнинской ЦРБ, в свою очередь, заявляют, что операция была единственным возможным вариантом спасения его жизни. Сергей Прозоровский писал жалобы, заявления в правоохранительные органы. Вся эта ситуация получила большой всероссийский резонанс, и ее на контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. И вот спустя полгода проверок принято решение о закрытии уголовного дела. Мотивировали то, что признаков никаких нарушений они не находили, не нашли. Дважды уголовное дело прекращалось, возобновлялось за лето. По этому поводу я как бы успокоился и буду делать самостоятельные, так скажем, телодвижения, продвижение самого уголовного дела и то, что со мной случилось. Кстати, куда именно обращаться далее, Сергей Прозоровский пока не знает. Учитывая то, что вся ситуация проверялась уже и главой Следственного комитета России, найти еще какой-то вышестоящий орган будет уже сложно.